Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваш радиогид Александр Филатов и моя еженедельная, субботняя, утренне-подъемная программа «За чашкой кофе». Это значит, что сегодня вас снова ждет встреча с оригинальным музыкально-творческим гостем. «За чашкой кофе». А все дело в том, что 26 октября во Дворце творчества детей и молодежи выступит популярный российский джазовый трубач, заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Эйлин Крик и музыканты его группы Эйлин Крик Крю. В настоящее время Вадим Симович, возможно, самый известный трубач в России, виртуоз и импровизатор, знакомый широкой публике, в том числе по телевизионным программам на телеканале «Культура». А уже упомянутый Эйлин Крик Крю, наверное, ведущий творческий проект музыканта, с которым он активно гастролирует, записывает альбомы и снимается на телевидении. Начав с роли телевизионного бенда программы «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1», этот оркестр быстро вышел на новые позиции. Так, на протяжении ряда лет он является основой татарского музыкального проекта «Узгарежиле», в рамках которого коллектив выступал даже на культовой площадке Нью-Йоркского Карнеги-Холла, одного из ведущих концертных залов мира. В общем, Вадим Эйлин Крик показался мне интересным собеседником, и хоть площадка нашей программы далеко не Карнеги-Холл, звездный артист нашел время, чтобы сегодня стать гостем нашего скромного ульяновского эфира. Шестого октября вы выступаете в Ульяновске с концертом. Для ульяновцев содержание программы пока сюрприз. Я так понимаю, это не первый раз, да, в Ульяновске? В Ульяновске мы достаточно часто бываем, и у нас к Ульяновску какое-то абсолютно особенное отношение, потому что Ульяновск настолько дворянский город, вот и чувствуются вот эти старые российские, вот эти дворянские традиции, настолько публика ульяновская отличается вот именно какой-то деликатностью, красотой и воспитанием. Поэтому, конечно, Ульяновск абсолютно особенный город. Прежде всего, я очень люблю выступать в Ульяновске, потому что ты находишься среди просто рафинированных, интеллигентных людей. У вас замечательное представление об Ульяновске. Я всегда горжусь тем, что я предельно откровенен в интервью и в том, что я делаю на сцене. Поэтому, опять же, повторюсь, я не знаю, с какой программы я еду в Ульяновск. Могу только предположить, что мы туда едем основным составом, усиленным, специально приглашенным гостем и моим самым любимым пианистом из ныне живущих, независимо от стран и континентов, Антоном Барониным. Поэтому я думаю, что мы будем, конечно, играть очень много авторской музыки. Ну, во-первых, потому что 2 года назад вышел альбом, который называется «Ньюборн», и это альбом моей авторской музыки. Thank you.
Кроме того, у нас за это время вышел еще один альбом, который называется «Пирс 39». Этот альбом мне уже очень приятно. Я недавно узнал, что он в этом году номинирован «Радио Джаз» как лучший альбом года. Ну, не знаю уж, там, выиграем мы или нет, но номинация — это уже достаточно почетная и приятная вещь, тем более от «Радио Джаз». Поэтому я думаю, что мы будем играть, конечно, в основном это вот композиции вот с этих двух альбомов «Newborn» и «Пирс 39». Вообще, в принципе, то, чем мы занимаемся в последнее время, это, конечно, мы стараемся больше играть не чужой музыки, а своей. Вы приедете со своим коллективом, который называется «Эллен Крик Крю», да? Да. Вот я знаю, что вас часто спрашивают, а почему «Крю», почему экипаж, бригада, почему не бэнд, не оркестра? Там? Ну, я могу сказать, прежде всего потому, что «Крю» — это команда людей, которые на сцене, а на сцене, как правило, 5 человек. Но это еще команда людей, которые работают вне сцены. Это наш звукорежиссер Игорь Бардашов, который тоже приедет с нами в Ульяновск. И могу сказать, что с его появлением, ну, мы стали, во-первых, очень хорошо писать альбомы, а во-вторых, стали играть очень хорошие концерты. Ты можешь играть как угодно хорошо, но если звукорежиссер плохой, то публика не поймет даже, что мы играли хорошо, она просто этого не услышит. Кроме того, это менеджер нашего коллектива и человек, который очень много делает не только такую административную работу, но и огромное количество творческой работы. То есть все афиши, очень много идей. И это даже моя фокус-группа. Когда я что-то делаю, я всегда это соотношу с тем, что скажет Сергей Гришачкин. Это очень важный человек в нашем коллективе. Поэтому это команда, поэтому это не просто бэнд или квинтет, это огромное количество людей, которые работают не только на сцене. Как все начиналось в вашей жизни с музыкой? Я знаю, что сначала вообще были не духовые, а фортепиано, а потом чуть было не стал саксофон, но все-таки труба. Вы сейчас спрашиваете меня о вещах, которые происходили в моей жизни такое количество лет назад, то есть десятки, десятки, десятки. Это, знаете, это как будто бы совершенно вообще другая жизнь, и уже даже не моя. Сейчас это уже очень давно. Ну, я просто помню, да, из прошлой жизни я помню, что я в 4 года начинал как пианист, что я учился в Прокофьевской ДМШ номер 1 Москвы и был подающим надежды пианистом, а потом в какой-то момент, да, мой папа, саксофонист, хотел, чтобы я взял саксофон. Я непонятным для себя образом, каким-то абсолютно мистически, судьбоносно, каким-то непонятным, выбрал для себя трубу, и, в общем, это определило, по сути, всю мою жизнь. А вы являетесь заслуженным артистом Татарстана, как раз в Карнеги-холле играли, ну, условно назовем ее татарской программой. Мы играли татарскую музыку, безусловно. Мы играли татарскую музыку, но над которой мы работали годами, и работали огромное количество и музыкантов, и продюсеров, и аранжировщиков, и вокалистов. И это, правда, была это колоссальная какая-то невероятная работа, была проделана многолетняя. Такое переосмысление татарской музыки, татарской мелодики. И в данном случае, в случае Карнеги-холла, это была интеграция ее в какую-то мировую музыку. И кроме того, это, безусловно, была такая для нас некая веха. Мы должны были понять, так ли хорошо то, что мы сделали. Потому что, конечно, Карнеги-холл, Нью-Йорк — это очень важный зал для оценки того, что сделал музыкант, артист и вообще любой творческий человек. Кстати, хочу сказать, что у нас был абсолютно аншлаговый концерт. У нас теперь прекрасные отношения с Карнеги-холлом, потому что самое главное, что мы привезли в Нью-Йорк очень качественную музыку, которую они никогда не слышали. И, на мой взгляд, это была причина этого успеха, этого проекта.
в котором я был музыкальным руководителем, и это был мой оркестр. Мое лицо было на афише, в общем, что очень приятно. Мы привезли в мир, ну, потому что Нью-Йорк – это такой, конечно, ну, большой центр мира в плане такого мультикультурного разнообразия. Мы принесли то, что они никогда не слышали. И надо сказать, что это было удачно. Чем обусловлен вот выбор как раз репертуара? Такой необычный, я бы сказал. Просто в какой-то момент, когда в Татарстане хотели сделать такой некий ребрендинг музыки, пригласили меня как музыкального руководителя, чтобы я этим занимался. И, соответственно, был коллектив, который я собрал. Это были аранжировщики, которых я нашел. То есть я занимался как бы таким музыкальным продюсированием. Генеральный продюсер был директор театра оперы балета Татарстана Руфай Мухамедзянов. То есть он генеральный продюсер, а я скорее такой саунд-продюсер был этого проекта. Ну, помимо того, что я там играл, конечно. Ну, вы также являетесь художественным руководителем фестиваля татарской песни. Это он и есть. «Ветер перемен», «The Wind of Changes». В Татарстане он называется «Взгорежжеле». Это один и тот же проект татарский, которым я уже занимаюсь, мне кажется, лет 7. В этом году снова он будет в Казани. Мы скоро туда опять уезжаем репетировать и будем там. В 2017 году вы представили первую в мире нейроджазовую композицию. Сколько я помню, это была первая официальная джазовая запись в мире. И вот к столетию этой записи, да, это был такой тоже совместный проект. Он был такой очень творческий. Некие ребята сделали нейросеть, в которую загрузили очень много музыки джазовой. И эта сеть выдала какой-то свой вариант музыки, которую я расшифровал. Звучит очень здорово. На самом деле все было не так просто, потому что они туда загружали все, не только мелодию, но сразу и гармонии, и фактуру, и аккомпанемент. Нейросеть сошла с ума, выдала какие-то совершенно нечеловеческие построения мелодические, ритмические. Поэтому могу совершенно точно сказать, пока музыканты могут спокойно заниматься композицией, им точно нейросеть их работе не угрожает. Это обнадеживает, потому что действительно сейчас много говорят о нейросети и о том, что это грядет. Напоминаю, что сегодня гость нашего эфира – российский джазовый трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Эйленкрик. На следующей неделе, 26 октября, он и музыканты его группы Эйленкрик Крю выступят в Ульяновском дворце творчества детей и молодежи. С какой программой? Наверное, это окажется приятным сюрпризом для поклонников джазовой музыки. А пока мы беседуем с известным артистом и слушаем композицию с его дисков.
Вы как-то назвали в одном из интервью, когда вас спрашивали про джазовые стандарты, человеком вне стандарта. Ваша биография, она в широком смысле подтверждает эту фразу, потому что много каких-то стереотипов в чем-то вы сломали в своем творчестве. А что для вас вот это высказывание «человек вне стандарта»? Нельзя приехать в Россию в филармонию, представим, там, Вадим Ленкрик, концерт. Всегда надо как-то назвать программу. Не знаю, там, осенний концерт или что, летний фестиваль. И у меня всегда, когда меня спрашивают, а я, правда, я не очень люблю джазовые стандарты, когда играют где-то, кроме джема в джазовом клубе. Потому что, конечно, можно играть джазовые стандарты на сцене, но либо их надо делать, ну, как-то очень интересно. Надо понимать, что каждый джазовый стандарт, каждый джазовый музыкант уже сыграл так здорово столько раз, что трудно придумать что-то новое. А во-вторых, все-таки я за то, чтобы джаз был очень динамичной музыкой, чтобы в ней было много авторской музыки, а не просто собрался квартет и играет джазовый стандарт. Да простят за это мои коллеги. Я уверен, что мое мнение не всегда находит отклик и поддержку среди моих коллег. Поэтому у меня очень часто была шутка, когда многие в филармонии просят, давайте назовем концерт там «Золотые стандарты». А я всегда говорю, давайте наоборот назовем концерт «Нестандарт». Ну, как бы Вадим Крик там или Крик Крю, и программа называется «Нестандарт». И вот почему-то никому это название не нравится, кроме меня. Но вот я убежден, что я, может быть, в следующем году, но рано или поздно я сделаю такой тур, который будет называться «Нестандарт». И он будет нестандартом по очень многим пунктам. Во-первых, потому что мы не будем играть стандарты. Вот, во-вторых, ну, правда, да, я всегда... Это не моё сознательное как бы история. Давайте я буду нестандартным. Ну, просто так получилось, что одно время, не знаю, как сейчас, но одно время внешне я точно был не похож на музыканта. Я очень много занимался спортом. У меня достаточно успешная какая-то телевизионная карьера. Я так говорю, что она успешная, потому что, ну, как минимум была номинация на ТЭФе моей программы авторской, которая... Ну, вне сомнений. Да, и, в общем, это все приятно. Поэтому не то, что я стремился постоянно как-то отличаться от какого-то стереотипа или образа джазового музыканта, но вот так всегда получалось. Мне кажется, что вот просто так сложилось. Кто-то видит во мне что-то нестандартное. Сейчас, честно, я уже начинаю понимать, что, видимо, такая уже с возрастом приходит какая-то мудрость. На самом деле в нас во всех гораздо больше общего, чем различий. Вообще во всех. Достаточно философская мысль. Вот, кстати, в одном из интервью вы назвали себя человеком восточной философии. Безусловно. Я имел в виду то, что для западного человека, для него приоритетна цель. Для человека с западной философией. То есть цель – это главное. У человека с восточной философией для него важнее путь. И вот для меня всегда путь, он важнее цели. И достижение цели любым путем, и сама по себе цель без этого пути, она, в общем, не имеет никакого смысла. А если ты на пути, то уж даже не важно, в какой точке, по большому счету, в начале, в середине или в конце. Главное быть, ну, на своем пути. И могу сказать, что у меня, в общем, не поменялись мои взгляды. Я до сих пор считаю, что путь важнее цели. А вот вы уже упомянули о своих программах телевизионных, которые, разумеется, занимают свое заметное место на телеканале «Культура» и вообще среди культурных программ нашей страны. Что дает одной вашей ипостаси другая, в данном случае музыке, ведение телевизионных программ, телевизионных шоу и наоборот? Ну, надо понимать, что вообще это очень близкие вещи. Если бы программа, в которой я участвую на телеканале «Россия и культура», была бы не про музыку,
то, в общем, наверное, было бы какое-то противоречие. А здесь противоречия никакого нет, потому что я на своем месте, я в музыке, я слушаю музыку, я вообще в жизни очень всеяден. Я очень музыкально всеяден. Несмотря на то, что, как правило, там, в машине, когда я еду, я слушаю 99% это джаз, но я открыт к любым другим жанрам, я открыт к общению, и ведь смысл этой программы заключается только в том, что приходят музыканты, и мы разговариваем, а потом вместе играем, а это тоже разговор. Потом мы опять вместе разговариваем, потом играем. Это одно и то же, оно перетекает. И, в общем, это и есть наше общение музыкантов. Поэтому люди приходят на программу просто пообщаться, и среди них очень много талантливых людей, очень много неординарных людей. И вообще надо понимать, что успех, серьезный успех, не может прийти не к личности. То есть человек не может быть выдающимся музыкантом и при этом не быть очень интересной, нестандартной личностью. Люди примитивные, без какой-то философии, без какой-то позиции, без какого-то интересного взгляда на жизнь, пусть даже с которым я, например, не согласен. Они не могут быть по-настоящему известными, выдающимися артистами. Это я имею в виду таких прям вот, конечно, выдающихся артистов, потому что было пара коллективов молодежных, которые, на мой взгляд, приобрели популярность только за счет интернета. А интернет — это такая очень это зыбкая почва такая сейчас для разговора, потому что, с одной стороны, интернет — это здорово, это некая площадка, на которой каждый может быть равным и получить равные условия, но самое страшное, что в интернете выбирают лайками не самый подготовленный слушатель, зритель, и, естественно, они выбирают на том самом уровне культуры, на котором они находятся. В том числе там на программу тоже приходили какие-то коллективы, я их искренне пытался понять. Это было очень сложно, потому что для меня это были просто непрофессиональные мальчики и девочки, которые получили свой успех не просто так. Для меня, знаете, для меня очень важно гунфу, то, что европейцы назвали, это же знаменитая история, когда европейцы попали в Китай, увидели мастеров боевых искусств и спросили, что это такое. Они сказали, это гунфу. Но они подумали, что это кунг-фу, это боевое искусство. А гунфу – это в точном переводе высшая степень мастерства, достигнутая многолетним трудом. И вот для меня всегда очень ценно, конечно, вот эта высшая степень мастерства, достигнутая многолетним трудом. Но могу сказать, что подавляющее большинство гостей программы «Клуб Шабловка 37» – это как раз такие люди, у которых это гунфу есть. А вот скажите, вы упомянули свой недавний альбом «Новорожденный», музыку вы сами к нему написали, и также вы говорили о том, что свою музыку играть приятнее. Надо играть свою музыку. Либо музыку, которую написали для тебя, или музыку, которую ты переосмыслил, или которую ты аранжировал. Но я просто к тому, что самое странное, что можно делать на сцене в 21 веке и вообще на хорошей сцене, на филармонической, это играть какие-то снятые аранжировки или какие-то придуманные уже кем, не тобой, придуманные не тобой какие-то вещи. Ну, и в этом нет развития, полноты развития, да. Есть один вариант, конечно, один вариант. Если приезжают джазовые музыканты, которые по-настоящему величайшие импровизаторы, величайшие просто. Не просто которые играют какие-то клише, похожие на все, что до этого ты слышал. А бывают, действительно, приезжают люди с колоссальным уровнем вот этой свободы импровизации, свободы мышления, знаний и всего остального. Наверное, в таком случае, конечно, можно сыграть в стандарт, если это оправдано. Просто таких, к сожалению, не так много. Thank you.
Я знаю, что кроме музыки в вашей жизни есть хобби, это спорт, это мода, да, это коллекционирование. Я не ошибаюсь? Ну и семья, нет, абсолютно. Конечно. Все так и есть. Но семья сейчас просто вытеснила все, даже работу. И теперь я могу совершенно точно сказать, что на первом месте у меня семья. И, естественно, после этого времени на все остальное остается значительно меньше. Даже на музыку. Даже на музыку. Но да, в моей жизни все равно продолжает присутствовать спорт. Причем надо понимать, что спорт – это для меня не только физические упражнения, но некая философия, безусловно. Даже мода – это тоже для меня некая философия, потому что через то, как мы выглядим, даже внешне, даже как мы одеваемся, мы очень много транслируем в мир. Причем даже если мы не хотим это транслировать, а это все равно происходит. Поэтому вот эта вот странная история, что по одежке не судят, судят еще как. Вот и внешне можно очень много сказать о человеке. Да, и коллекционирование. Ну, может быть, сейчас оно стало так, оно совсем отошло на задний план. Коллекционировал долгое время ножи. Складные ножи, да. Но просто в какой-то момент у меня коллекция стала такой большой, что вот дальше уже надо было идти на какой-то совершенно запредельный, недоступный мне ценовой какой-то уже вот диапазон, и то ли я уже к этому подостыл, но просто невозможно уже за нож отдавать деньги, сравнимые, пусть с самым дешевым, но все-таки уже легковым автомобилем. Это как-то это просто дикость какая-то. Поэтому спорт, музыка, мода. В финале программы я всегда прошу собеседника что-то пожелать нашей аудитории, исходя, конечно, из того контекста разговора. Это традиция. Я понял. Свои программы «Клуб Шаловка 37» я всегда заканчиваю фразой «И слушайте только хорошую музыку». Это стало уже таким моим личным каким-то слоганом, поэтому я всем желаю слушать только хорошую музыку. Ну, во-первых, потому что надо понимать, что музыка обладает удивительным свойством. Любое событие в нашей жизни, самое веселое или самое скорбное, музыка усиливает эффект или помогает его прожить. Недаром же Гейне писал: «Все, что забирает жизнь, возвращает музыка». Поэтому музыка так необходима нам всем. И надо понимать, что, конечно, только хорошая музыка обладает таким эффектом, а плохая музыка, к сожалению, делает нашу жизнь и нас несколько беднее. Всем абсолютно я желаю слушать только хорошую музыку. Спасибо большое и хорошего концерта, да, в Ульяновске. Спасибо огромное. Да, увидимся, надеюсь. До свидания. А наше время, между тем, подошло к концу. С вами были ваш музыкальный радиогид Александр Филатов, моя программа «За чашкой кофе» и ее гость, заслуженный артист Республики Татарстан, известный джазовый трубач и телеведущий на канале «Культура» Вадим Эллен Крик. 26 октября он и музыканты его группы «Эллен Крик Крю» выступят в Ульяновском дворце творчества детей и молодежи. Как раз на это предстоящее выступление мы
мы и пригласили вас сегодня в нашей программе, уважаемые ценители джаза. В финале передачи с удовольствием присоединюсь к пожеланию Вадима Симовича и тоже пожелаю всем хорошей музыки. В наше непростое время для достижения внутренней гармонии слушать ее действительно очень важно. Всего вам доброго, до новых встреч!